Всем доброго времени суток. Всем привет. Сегодня поиграем в Superland. Они, кстати, уже на вторую часть собирают, а мы только первую начали. По поводу игрушки. Интересная штука. Я играл в демку, залип на нее прям до конца демки. Проиграл где-то час, поэтому начало я более-менее как бы знаю. А потом не знаю. Потом говорят, что игра достаточно длинная, там может на 30 часов легко затянуться. Нас вполне может затянуть. Меня, точнее, даже. Потому что она такая собирательная. Ну, исследовательная, не знаю, прикольная. Очень понравилась. Я так поняла, что это от тебя будет зависеть, насколько она затянется. Ну, по факту, да. Ну, ты когда увидишь геймплей, ты поймешь, что она затянется. Я не особо наблюдала, когда Саша смотрел демку. Видела там, что-то развлекался, чем-то занята была. Единственное, что я запомнила, что он сказал, очень жаль, что здесь нет кооператива. Ну, кстати, да. Я не помню, чтобы я так говорил. Говорил. Да, пожалуй. В целом это жанр платформер, только 3D-шный. И какой-то особой сюжетки здесь вроде бы как нет. Ну, она как бы есть, но скорее для галочки. Играем мы в Steam-версию. Играть буду с клавиатуры мыши. Игра не очень хорошо оптимизирована, как мне показалось. Ее пилит и оптимизирует, но у меня она вызывает некоторые глюки. О, звук вот периодически. Я пытался это исправить, но, к сожалению, не смог. В самой игре таких глюков вроде как нет. Игру тише? Чё, громкая, да? Так, оно у меня как-то странно немножко работает. Сейчас будем настраивать. Что у меня там? У меня ограничение 60 кадров. При этом всюнг. Можно попробовать. Хотя пусть так пока. Ну, чуть получше. Эта игра не громкая, это нас погромче надо. В смысле? Нет, это игра громкая, значит. Ну, мы и так на максимуме практически всегда. Понятно. Если мы тихие, значит... В общем, мне не разделяют, кто-то говорит нормально, кто-то говорит... Сейчас, еще секундочку. Я кое-что сделаю. О! Ну, получше, ладно. У нас нет воды. Пожалуйста, спустись вниз по трубе и выясни, что случилось. Все, идем выяснять. Можно потыкать. Кто-то даже что-то, по-моему, скажет. Я когда демку играл, я тут всех прожал. Но меня ничего, никто не подгонял. А, во. Ну просто игровые персонажи. Всю работу должен делать ты. Почему у нас нет воды? Я так хочу пить. Скучные какие-то. Пожалуйста, помоги. Ачивка есть всех нажать? Пожалуйста, помоги. Там, вон, видите, уже даже виднеется всякая фигня. Этот смотрит сверху. Кто? Ну, сверху он человек. А. Ладно, ладно, я иду. Они меня все равно никуда не выпустят, к сожалению. О, у меня тело есть. Я и забыл. Говорят, одному тут ходить опасно. Возьми это. Удачи. Не так уж и опасно, если у вас есть меч. Наносит 2 единицы урона. Вот смотрю я на все это и думаю. Удачи. Удачи. Первые 40 лет детства у мужчин самое сложное. Почему 40-то только? Ну,
В некоторых случаях 50, может быть. Мужчин вся жизнь — сложное детство. Чего ты придумываешь тут какие-то временные рамки, я не понял. Это индивидуально. Да? Чуть-чуть более индивидуально там. За 40 уже всякие пошли отклонения. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Ха! Победитель досок. Как делаются люди? Краткое пособие. Это ты чинишь так? Нет. Или побеждаешь трубу? Просто побил ее вдруг. Ты чего такой? Мне казалось, оно проще было. Ладно. Возможно, что-то изменилось. Я не знаю. Уйти нельзя? Ха. Ты там что-то сожрал. С полу яблочко. Подобрал, между прочим. Да яблочко, оно меня тут специально ждало. Так с полу подобрал и съел. Жалко, с собой взять нельзя, я бы взял. Там что-то есть. Ну, запрыгивай, смотри. А как я туда запрыгну-то? На трубу не можешь? Ты вообще прыгать не умеешь, да? Умею, но пока плохо. Оп. А слева там где-нибудь... Оно там выше еще. Ты там не запрыгнешь, наверное. Высота еще больше, видишь? Видимо, да, сверху где-то там заход никак. Есть. Ну, там явно какая-то дырка. Тут, в принципе, очень много таких нычек будет, по идее. А вот формочки. Видел, да? Да, подожди. И тут формочки. Так тебе, наверное, сюда и нужно, да? Нет. Нет? Нет, я точно знаю, что нам не сюда, потому что я в демке сундук, тут не был. Сундук, секретная зона. О, деньги. А, они упали. Прикольно. В демке я не находил эту нычку, поэтому... А это то самое место было, да? Да. Так, нам надо трубу перекрыть. Зато я находил другое место. Там, по идее, туда. Мы туда не пойдем. Как чувствуете себя, Марио? Да говорю, мне демка очень понравилась. И вот конкретно вот это место я нашел, да. Опа, секретная зона. Максимум здоровья плюс 5. То есть, весь геймплей и вся игра, в принципе, состоит из того, чтобы вот находить всякие вот такие секретки. Ну, нет, не вся игра, ладно, вру. Но это один из элементов игры. Находить всякие подобные нычки и апгрейдить своего персонажа. Всякое такое. Трафареты не бьются вроде. Зачем им биться-то? Тут очень много секретных зон будет. Очень много. Я не думаю, что мы все найдем. В принципе, я не знаю насчет подсказок. Ну, прям гайдить не нужно, но если вы там что-то где-то заметили, то, наверное, можно подсказать. Оп. Что это за кнопочка? Это шестеренка какая-то. А, кнопочка. Это какая-то кнопочка. А зачем она? А если кубик убрать? А, может, эту кнопочку просто эту же дверь открывает?
Ну, ты, я говорю, проверить. А я не смогу. А ты там кубик вверх поднять не можешь, да? Нет. То есть надо кнопочку положить. Можно залезть? И зачем? Дурацкий, короче, кубик, не знаю. Я думаю, что это бесполезная кнопочка. А может там кубик на кубик и залезть туда на вторую кнопочку? Хотя нет, ты там не залезешь. Да не. Плюс тут кубик какой-то, он не очень. Кубик-то не очень. Я не могу. Ну все, понятно. Нет, меня скатывает с него. Не, ну вообще странно, кнопочка и нажимается при этом еще. Ну ладно, пойдем. Да смотри, гады какие. Давай еще немного, чтобы они не смогли починить. Алло. Синие? Иди в Синевиль и поговори с их королем. Е-е-е, можно гулять. Это было как бы обучение. Будем собирать монетки. Раз монетка, два монетка. Три монетка. Но тут они везде валяются. Я четвертый нашел. Оп-оп. Видишь этот огромный красный кристалл? Там, за скалами. Обязательно сходи туда. Где огромный красный кристалл? А, вон справа. Вон. Ага. А если я сюда упаду, мне ничего не будет? Давай проверь. Вот есть тоже кнопочка. Чтобы укрепить свое здоровье, смешай зеленые листья с водой в этой соковыжималке. Вкуснотища. Какие зеленые листья? Ты найдешь, потом смешивай. Деловой такой. В чатике. Все, на этом стриме мы не выйдем из города. Не выйдем. Вы чего? И все же, зачем ластику синяя сторона? По крайней мере, красная часть намного больше. У них свои проблемы. Я скажу честно, в демке я не помню вот этого места. Куда этот провод-то идет? Я не мог сюда не зайти. Ты бы хоть сначала посмотрел, что мы там вообще жмем. Мы там что-то открываем. Тебе кубик нужно принести. У меня есть кубик. А куда ты еще один делал? Тут два было. Я его закинул туда, в бочку. На чем он просто так лежит? Ха. Не хватает. А что там вообще? Ну, я подобные нычки видел в городе. Это открывается дверка просто. Сейчас покажу. Вот эта дверка открывается, и там что-то есть. Тут вопрос в том, что там, я точно знаю, будет способность создавать кубики. Вот, может быть, мы до этого времени не сможем как раз ничего открыть. А, бочки. Там как бы немножко дальше бы рассказали про бочки, но так как я знаю... Так, может, бочку поставить нужно временно хотя бы? А, ну, можно попробовать, но, по-моему, нет. Здесь тоже, наверное, какая-то нычка. Тут вся игра в нычках. Это круто. Вот. Наташа, ты гений. Надо же, я не думал, что это сработает. Цени меня. Ценю. Оп. Радиус атаки мечом плюс 25%. Забрал. То есть бочка у нас универсальная штука, которую можно поставить. Типа тяжелая. Вообще, по идее, бочку нужно относить туда. Штука подозрительная такая. Вот, смотри, вот что тебе там пишут. Цени, люби, корми и никогда не бросай. Ну, поесть я сама, наверное, могу. Можно еще баловать можно, да. Огласите весь список, пожалуйста. Нужно. Давайте весь список ему. На этом стриме можно закончить. Вот сюда бочку. Оп.
У нас 20 денег. Можно... Что мы можем за 20 взять? Наверное, может быть, скорость, чтобы быстрее бегать. Раз. О, классно. И, наверное, можно взять регенерацию здоровья и как раз удар мечом. Если найдешь золотые бочки, положи их вон в ту коробку, чтобы открыть новые улучшения. А скорость? Да. Здоровье врага показывает полосу здоровья врага и количество наносимого вами урона. И никаких DLC, все бесплатно. Как туда попасть? Металлический, да? Угу. И проводов я никаких не вижу. Наверное, нужно какое-то оружие более крутое. Тебе дадут что-нибудь, да. Хорошо. А в этом доме ты был, да? Там, где народ стоит. А это мой дом. Я там проснулся. А ты у себя в доме смотрел, что есть? Нет? Нет. О! Можно посмотреть. Как так? Ну да, правильно. Ластик вместо кровати видел? Да? Прикинь, такой, спишь неспокойно. К утру встал, одни уши остались. Какие-то звездочки хотят. 80 штук. Звездочки какие-то. Ты тут был уже. Я штучку вот эту взять. А зачем? Ну, чтобы запрыгнуть вот сюда. Подожди, нет, не сюда. А ты влезешь сюда, в окно? Вот сюда взять. Ну, я влезу. О, она намокла, смотри. Намокла, реально. Нет, не влезешь. Влезу. Влез? Да. Смотри-ка, там можно даже присесть в окно. Ух ты! Деньги. Сколько дали? Ах, 24 всего. В смысле, не хватает, короче. А деревушка-то маленькая сама по себе. Ага, сейчас. Да? Мы еще просто дальше не ушли. Но ладно. Можно, наверное, топать. Приноси в магазин золотые бочки, чтобы получать новые улучшения. Да, я знаю. Ну вот, кстати, да, возможно, она намокла и стала тяжелой. Можно было с помощью кубки открыть, наверное. Только намочить ее нужно было. Вот проверь, кстати, давай сразу проверим на ту кнопку. Можно проверить. Куда мы бочку носили. О! Ну да. Круто. Прикольно. Так отрабатывает. А сюда нужно что, губки мокрые? Воду как сюда в бочку? Сюда какие-то листики нужно. Траву нужно какую-то. И воду нужно. Воду где взять? Как положить сюда? Не знаю, может быть, нужно отжимать? А ты умеешь отжимать? Нет. Ну, я не знаю, в общем. Сложно как-то. Пусть они тут лежат, эти губки. Видишь этот огромный... А, я читал тебя. А мы вон там не были. Потрясающая игра. Намного лучше, чем предыдущая. Nine. Что nine? Ты 9 раз нажимаешь, что ли? Ачивку получил, ну ладно. Можешь найти что-нибудь, чтобы вставить сюда? Кристалл нужно, прости. Кристалл. А в бочке там, наверное, я вот сейчас сижу, думаю, там, наверное, если нужна трава и вода, там пресс, может, какой-то, или еще что-то там
Может, есть рычаги какие-то или еще что-то? Надо было посмотреть. О, тоже вода, да? Или что это? Нет, что-то не вода. Что-то белое. Может, губку сюда притащить? Да нет, зачем? Ну, белым напитать. Испортить губку. Я не знаю. У нас одна же есть. Тебе лишь бы испортить. Покрасил. И что, а зачем? Так я спрашиваю, зачем? Потому что могу. А если я по ней... на нее наступлю, может быть, я могу ее отжать таким образом? А ты к бочке вообще подойди еще раз. Зачем? Ну, посмотреть. Так. А не гадать вот так вот, не экспериментировать. Что ты делаешь? Пытаюсь залезть на нее и отжать. Зачем? Ну, просто. Да, ребят, мы сегодня из города точно не уйдем. Подождите. Как в этот дом попасть? Не пускайте его. Ну почему? Ладно, чего говоришь? Куда? К бочке подойди еще раз. Вот этот кристалл покрась в белый цвет. Да-да-да-да-да. Да не, ну это слишком просто. Прикольно. Зачем нам выходить из города, если тут все есть, что нам нужно? А, эта штучка нам потом дадут ее. Ну вот. Так, где мы еще не были? К бочке еще раз подойди. К бочке, в которой губка? Да, в которой губка. Ага, точно, смотри, кнопка есть у нее. И ведро какое-то есть. Ну, ведро есть и бочка. Это все, ведро, я так понимаю, уже готовый продукт будет. Вот попробуй туда мокрую кинуть. А теперь нажми. Да не сам прыгай, нажми. Я делал уже так. То есть не работает, да? Нет, не работает. Ну, тогда нужно все ингредиенты тогда, получается. Ну, видимо, чтобы да. Чтобы оно работало. Что вот это такое? Саш, мы даже не знаем. Ты вот, блин, придумываешь проблемы на ходу я просто. Я не вот. Придумываю, я уже иду. Вот куплю, вот. Вот все. Молодец. Все, я пошел. Пойдем, Синевиль. А можно мы не сейчас пойдем, а потом? Пусть она топает, ладно? Чего мы усложняем-то? Мы не усложняем. Саша, самому можно в белое покраситься? Не знаю. Да можно. Вы ему только такие вещи не говорите, а то он будет делать как раз всякую фигню. Ага, бочки. Ой. А зачем нам бочка? Пытаюсь вспомнить. Вот сюда? Я как бы делал это, но вообще, по-моему, так не задумано. Где еще одна бочка? Упала? Не упала. На тебя нападают. Ну, раз ее здесь нельзя применить, значит, нам ее нужно относить обратно. Кому еще нападать? Да? Да, сейчас. Я почти сейчас. Я думала, просто может ее использовать нужно как тяжеленькую. А так-то мы знаем, куда их тащить. Бочки эти. Скинул?
скинул. Где она? Вот она. Вот. Теперь относим. А, на нас нападают. Да брось ты ее. Я не могу. Она бы вон туда вдруг могла укатиться где-то там. Или нет? Ну ладно. Ты придумал. Ну и ладно. Так, силовой куб за 20. Давай еще одну сразу. Да какой почти убили, даже близко не было. У тебя 10 из 30. Не дают, ну как так? О, здоровье максимум за 10. У меня нет столько, к сожалению. Где-то там мы видели... Там монетки были. За воротами. Ой, да там монеток этих. Ну. Я хочу кактус съесть. Вы слышали, как у него вот вообще просто вот... От бочки к кактусу мечется все вот это вот. Я хочу кактус съесть. Я прям обалдел. Мне нужно. Мне нужно. При помощи силового куба ты сможешь достать оттуда бочку и отнести ее в магазин. А так вот просто ее вытащить нельзя сюда, что ли? Сейчас покажу. Ну, вообще, по идее, можно попробовать извратиться. Надо было бочку одну оставить. То есть там она там укатывается и... Огонь как бы. И все, да, и пропадает. Вот ее надо как-то перехватить, чтобы она не упала. А новая там появляется? Да. Хорошо. Ясно. Так не кидай пока. Она внутрь упала. Ну алло, мой план был гениален. Глупая бочка. Презирает законы физики. А тут вообще работают температурные всякие нюансы? Там, я не знаю, сохнет вода, нет? Не знаю. Может, огонь там просто потушить можно? Не уверен. Но можно попробовать губку, кстати, притащить сюда. Ну, я об этом же. Я думала, можно попробовать губкой подпереть, она высохнет. Или наоборот, просто положить губку, чтобы бочка не укатилась туда. Ну, то есть вариантов много. Я же говорю, отличная игра. Я про нее вообще давно говорил. Говорю, вот надо поиграть. У меня не было настроения. Ну, кстати, губка как раз мокрая. Можно даже намочить ее еще чуть-чуть. Чтобы была лучше мокрая. Пойдем. Не бага-юзеры, а просто продвинутые пользователи. Ну и вообще, губку здесь же не зря положили. Хоба! Кому по балде? С них, кстати, тоже периодически деньги должны вроде падать. Или там апгрейд какой-то, может быть, на это нужно, не знаю. Двойной прыжок. Хочу. Денег нужно много. Пойдем собирать деньги. Там я пособирал. Вот что с этим делать, не знаю. Там тоже сундук, видишь? Это откуда-то не отсюда. В демке я его не открывал, и я не нашел. А вот здесь прыгнуть нельзя? Вот. Ну, влево. Ну, что ты делаешь? Ну, налево посмотри. А, нет, мы здесь были. А, да, все. Ну, видимо, мы пока не умеем просто. Ладно. А чего ты монетку не взял?
Какую? Вот эту я не дотягиваюсь. А губку, если взять, поставить? Ну, губкой в теории, наверное, можно. А бочка вот лежит? Где? Нет, это не бочка. А, это крышка какая-то. Зря они губку эту положили там. Это же реально чит. Практически. Никакой силовой куб не нужен. Когда есть губка. Да фигушки. Я не могу на нее запрыгнуть, да. А почему? Высокая. Губка юзера. Да, мы такие. Врагов больше, чем мне кажется. Я здоров. Я не знаю, кстати, вырастает на кактусах эта фигня еще. Не дают мне никак монетки вот эти забрать. 15. А, сюда бочки надо было ставить, что ли? Или что там? Это, по-моему, потом силовым кубом активируется. Ты об кактус ударяешься? Да. Об кактус ударяюсь. Я так хочу попасть туда, но для этого нужен двойной прыжок. Я тоже хочу. Будем грустить вместе. Эх. Все, погрустили? Да, хватит. Почему ты монетки не собираешь? Я собираю. Секретная зона. Добыча. Что добыча? Теперь с убитых врагов будут выпадать монеты или здоровье. Монет выпадает больше, если у вас полное здоровье. Ага, вот, вот так. Двойной прыжок, жену. Да там без двойного можно, я думаю. Это тебе не Ори. Да, Ори. Оп. Это лучше. Но там, по-моему, еще что-то. О. За 38 монеток мы можем что-то купить хорошее? А двойной прыжок сколько стоил? Не 34? Я не помню, сколько он стоил. Вон там нычка, смотри. Говорят, 36. Вроде. Да? 36? Ну-ка, ну-ка. Будет забавно, если я сейчас возьму двойной прыжок. Ну да, 36. У-ху! Теперь вы можете прыгать два раза подряд. Позволяет вам огибать углы в прыжке. Ну давай, запрыгивай, бери денежку. Силовый куб какой-то. Зачем нам силовый куб? Я не могу по губке прыгать. Убирай ее тогда. Жаль. Да нет, пусть лежит пока. А там нельзя проползти внутрь? Где? Ну, где ты монетку взял? Это где? Это ну, вон там? Нет, вот только что где-то прыгал. Там внутрь как бы. Я не могу. Я же говорю. Так ты губку убери. И да, все. Да как? Вот видишь, вот там. Вот, вот, вот. Ну я не могу уже. Ну ладно, ладно. Ладно, не буду ломать. Пойдем туда попробуем запрыгнуть. Ну да, он прям вот прямо не знает, за что схватиться, все хочется сразу. Эх. А с другой стороны, там высоко, да? Тут. Вот как это называется? Это называется очень хочу, ну, хочу же. Не, ну сюда я не запрыгнул. Ладно. По человечкам, кстати, не знаю, наверное, можно. Ну, денежка. Да хватит уже нападать. Вы чего спавнитесь, как эти? Какой-то крутой, смотри. С щитом. Две единички. Вот гад. Надо срочно жрать кактус. Мне нужен кактус. Так, вот ты поднимался как-то наверх, и там еще можно было направо сходить за монетами, я помню. Сейчас
Сейчас хочу вот здесь попробовать. Зачем? Да там явно что-то есть. Так ты сюда и так можешь запрыгнуть. Как? Ну, по мостику деревянному, нет разве? Или это другое место? По-моему, другое место. А, нет, там нифига. Все, облом. А ты куда-то там в щелку хотел, что ли? Забиться? Да. Как таракашка. А, вот оно, это место, про которое я говорила. Да, да, иду. Вот сейчас вот прямо и направо, и потом еще раз направо. Почему направо, а не налево? А ты тут можешь допрыгнуть сейчас? Ну да. Ну ладно, давай. Сейчас, я могу. Легко. Вот, видишь, оно заработало. Может, губку сюда притащить? Только я не уверен, что смогу допрыгнуть. С губкой? Да. Иди найди бочку. А чего враги такие сильные? Можно мне тоже пару щитов? В смысле, один щит. Ну, больно, ну. Больно. О, кактус. Еще один. Объедай и убегай. У тебя всего 20 здоровья. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, иди отсюда. Ай. Ну, с ними простая вот тактика. Два раза. Клац-клац. Ты так и не взял те монетки, которые я хотела. Я возьму. Не, я не думаю, что враги сильны из-за того, что я тут долго торчу. Они сразу были сильные. Возможно, они стали сильнее из-за того, что... Бочка! Да. Ах, прямо на кактус! Шурику не наливать. У него там дырочки. А, я без слабого куба тут не смогу. Просто никак. Ясно. Ну пусть бочка тут лежит тогда. Пока. А я сам-то отсюда теперь выберусь? Должен. Как? Как-нибудь. По-моему, я игру сломал. Ты залез, куда тебе еще пока рано было? Да. Ставь бочку, выпрыгивай. А дальше? Ой, там какой-то Майнкрафт. А тебе вообще куда нужно? Попасть-то вон туда? Туда. Ну. А там запрыгнуть не можешь? Он по камушкам слева. Ой. Ну, почти, кстати. Не я здесь, могу, не наверное... Вот здесь вот, справа. Здесь? Выпрыгнуть, да. Не думаю. Не, это я, конечно, зря сюда залез. Я теперь не вылезу. По идее, вот эти штуки должны будут активироваться, но потом... Ну сейчас-то что делать? Не знаю. Должна быть какая-то функция, наверное, вернуться куда-то. Последнее сохранение. А где было последнее сохранение? Ну, разберемся. А, ну вот меня поставили. В остальном вроде все то же самое. Это вот потому, что Саша пытается залезть везде, где не нужно, а не делает то, что рядом. Да все пошло за твоими монетками. Не за моими, а за своими.